зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее. Андрей Тарковский. Присаживайся, Олег Николаевич. Разговор есть. Слушаю вас, Павел Сергеевич. Вы говорите, говорите, а то у меня мало времени. Ну что, так и будем через весь двор базлать, майор? Не дури, присаживайся. Хорошо. Повесточку свою отзови, а? Пока цел. Вот только стращать меня не надо, хорошо? Заболел ваш сычев? Ладно. Только учтите, Павел Сергеевич, я буду добиваться медицинского освидетельствования. И добьюсь уж, поверьте. Попробуй. Если выяснится, что Сычев симулирует, привезу на опознание в судебном порядке. Подумайте, Павел Сергеевич. Вам это надо? Взрываешься, щенок, да? Карьере твоей конец. Я тебе гарантирую. Это мы еще поглядим. Так и будем в молчанку играть? Не понимаю я тебя. Я совсем тебя не понимаю. Неужели ты не хочешь наказать этого подонка? Вам-то какое до меня дело? Да мне до тебя никакого дела нет. Раевский поступил не по закону, а я. Я на стороне закона. Смешно. Я-то вам зачем нужен? У вас же все есть. На пленке. Вот именно. Отпираться бессмысленно. Вспомните. Вы вспомните, что с вами сделали. А я докажу существование этой пресс-хаты, поверьте мне. Что писать? Пишите все, как было. Главное, не забудьте отразить важную роль Раевского в совершении этого преступления. Подошел состав с далекой пересылки, пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая создала им предпосылки, что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, безозона, всесезонна. Зона, зона, без резона, канитель. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит прийти апрельская капель. Вы ко мне? Бог мой, Полина Витальевна, не узнал? Богатыми будете. Спасибо, Сергей Сергеевич. Вашими бы устами да мед бы пить. А у меня на вас, товарищ капитан, большие планы. Слушаю. Мне нужно ваше согласие на брак. Я надеюсь, вы мне не откажете. Так женат я. Сергей Сергеевич, простите, я не это имела в виду. Мне нужно ваше разрешение
официально оформить наши отношения с заключенным Величко. Вы это серьезно? Смотрю, Светлана, ты освоилась. Здравствуйте, Светлана Адольфовна, подошло бы больше. В свою очередь замечу, Олег Николаевич, что вы тоже неплохо освоились в этом кабинете. Надолго ли? Здравствуйте, Светлана Адольфовна. Что на этот раз? Материалы одного неприятного для вас дела. Показания невинно пострадавшего в пресс-хате по вашему прямому указанию. У нас на тюрьме пресс-хаты нет и никогда не было. Перестань, Олег. Учись проигрывать. Доказать это будет сложно. Наверху никто не захочет выносить ссоры из избы. Только не Мащенко. Понятно, откуда ветер дует. Что еще? Обвинения. Организации преступления. С использованием служебного положения. Сам понимаешь, срок получится приличный. Что? Что я сделал не так, Свет? Не на том бедре ты родинки считал, майор. Арик! Арик, я поговорила с Пряшкиным. Нас распишут. Платье свадебное я уже выбрала. Осталось тебе какой-нибудь приличный костюм купить. Ну, я что-нибудь придумаю. Но я не буду вам мешать. Арик, а если мы распишемся, то даст Бог, условно-досрочное получится. А что ты говорил, что начальство не разрешит жениться? Да, ну словно досрочно, я бы согласился. Даже с Поленой Витальевной. Да не люблю я ее. Жениться без любви противоречит моим принципам. Ты что? Брачный ты наш аферист. Только по любви окручивал. Все 12 эпизодов? Что же мне делать, а? У нас проблемы, Лена. Очень и очень серьезные проблемы. Колесникова? Да. Ну чем еще она может Павлову навредить? Да бог с ним, своим Павловым. Теперь вот она на меня наехала. Выдвигает обвинение по делу Чиги. Все это, разумеется, бред и подлог. Но показания она из Чиги вынула. Теперь шьет мне организацию преступления с использованием служебного положения. Это месть. Скажи, а ты действительно не делал того, что в чем она тебя обвиняет? Ну, приехали. Олег, скажи мне правду. Я никогда не отдавал приказ опустить ни этого Чигу, ни какого-либо другого заключенного. Это не мой стиль. А теперь уходи и больше никогда не проси меня о помощи. Я тебе верю.
Только почему этот заключенный оговаривает тебя? Тебе ли не знать, что Колесникова способна вытащить любые показания из кого угодно? Чем я могу тебе помочь? Здесь запись с показаниями Петюня Пальского. Мащенко дорого бы отдал, чтобы уничтожить ее. Пусть хранится у тебя. Но сначала покажи ее Колесниковой. Копию я уже сделал. Дай сигаретку. Понятненько. Выпить хочешь? Хочу. Но не буду. Брал Костюкин взятки. Понимаешь, брал. Значит, все так плохо? Хуже некуда. Значит, Веллер имел все основания заказывать визитные карточки. Ага. Веллер имел основания заказывать визитные карточки, а Костюхин – Веллеру. Серьезное обвинение. Ну и как это мне теперь все Степановичу предъявить? А может, совпадение? Может, совпадение. Только, Юр, сам понимаешь, за такое уже убивают. Думаете, я не знаю? Этим вы, милочка, ничего не добьетесь. Светлана Адольфовна, ваша теория – это одно, а на кассете совсем другое. Итак, продолжим. И кто же тот человек, который стрелял в гражданина Гаврилова 3 октября этого года? Уж точно не этот терпила, Павлов. А Пальский, вы подтверждаете, что оговорили гражданина Павлова А.М., испытывая особое давление со стороны следствия? Подтверждаю. Подтверждаю, однозначно. Да. Клянусь сердцем матери. А скажите, вы знаете человека, который убил гражданина Гаврилова? Ну, из шестерок. Из управления. Этот. Мащенко. Во. Мащенко. А конкретнее имя, особые приметы? Вы мне его покажите, я опознаю. Дальше что? Давайте без этих ваших адвокатских штучек. Что ты конкретно от меня хочешь? Я предлагаю вам закрыть дело Павлова. За отсутствием состава преступления. А, Величко, заходи. Если ты тоже по поводу свадьбы, то можешь не волноваться. Будет у тебя свадьба, я разрешаю. С хозяином поговорю сегодня же. Думаю, что у Николая Степановича тоже особых возражений не будет. И как же не будет? Я заключенный какой-никакой. Полина Витальевна – контролер. Это не по правилам. Да что ты так паришься, Величко? На то они и правила, чтобы их нарушать. Ну? Ну, а если комиссия какая-то, вам же за это влетит. Так, подожди. Ты, Величко, что, жениться передумал?
Сергей Сергеевич. Гражданин начальник, ну не губите, а. Я никогда и не думал. Я не люблю Полину Витальевну. Ну, а без любви я жениться не могу. Хорошее качество для брачного афериста. Да какой аферист, товарищ капитан? Я влюбчивый. Только мне, походу, с женами не везло. Короче, Величко, насколько я понял, ты хочешь, чтобы я бракосочетание ваше с Полиной Витальевной отменил? Хочешь, чтобы в глазах личного состава капитан Пряшкин выглядел трепачом? Ну что вы, как можно, товарищ капитан? Сергей Сергеевич, ну что угодно для вас сделаю. Ну только избавьте меня от этой ужасной женщины. Что угодно, Величко, ты для меня и так сделаешь. А за свободу платить нужно. Заплати налоги и спи спокойно. Согласен. Спасибо, товарищ капитан. Передача! Эй, отзынь от тормозов-то! Ты что, раскомандовался? Не тебе передача, а ему! Давай расписывайся быстрее. Все, получай. Ёкарный бабай! Ты что, совсем без понятия, что ли, петух? Кто тебе позволил дачку своими погаными лапами шкварить, а? Не гоношись, гомофоб. Он только пакет зашкварил. А внутри, походу, все в газету завернуто. Слушай внимательно, урод. Сейчас ты медленно подходишь к дубку. Медленно высыпаешь гостинчик на него. И если одна хоть крошка упадет на пол, я тебя на лимонные дольки порву. Ты что творишь, гнида? Стоять, лицом к стене. В камеру. Не ждали, бродяги? Здорово, Агдан, с возвращенницем. Пошел вон. Зинаида, нашла? А? Нет. Верунчик, а ты? Нет, и не проси. Мы тебе больше не дадим. Зин, скажи. Мы, как твои законные жены, решили денег тебе больше не давать. Связаться со своей Мегерой людоедшей. Сам выкручивайся. Да. Ты виноват. Ну, а кто-то без греха, а? Женушки, ягодки любимые, ну, выручайте, а? Я же денег у вас поэтому и прошу, чтобы от этого чудовища откупиться. Это кто чудовище? Это я чудовище! Больше никаких поблажек. А за чудовище ты мне ответишь. Ну что ты, милая? Чудовище это другая. Ты ее не знаешь. Америкосом постоянно перешептывался. А в чем? Да в том все и дело, что непонятка полная. Они ж не по-нашему базарят. А где Америкос-то? Да это в следственной части опять. Слушай, что-то он туда как на работу. Так в натуре на работу. Его же менты припахали какие-то инструкции переводить. Какие инструкции?
Веселый, какие инструкции на Америкос мусорам переводит? Обычные инструкции, Агдам. Короче, нашим мусорам, американские братья по разуму, пригнали помощь. Типа гуманитарную. Электрошокеры, дубинки с обратной резьбой, стулья там всякие. Вот. Деннисом переводит эти инструкции, чтобы они себе ненароком ничего не повредили. Угу. Ясность полная. А, стоп, а какие стулья-то? Че тупой. Обычные стулья. Электрические. Для особо одаренных первоходов. Смешно, Санек. Понял, дурагон, они тебе уже и стульчак приготовили. Брей задницу. Зачем? Чтоб не полыхнуло. Да ладно, хватит. Подрезать ножницы. Смешивается все. Вообще супер просто. Ты подумала, Света, что ты предлагаешь, а? Да выпустим Павлова, они тут сейчас свою силу почувствуют. Может, заключим сделку? Какую? Я сниму обвинение с Раевского, он не станет поднимать шум. С неразберихой в деле Гаврилова. Девчонка, ты жизни не знаешь. Уступи мы им многоток, они сожрут с потрохами. Павел Сергеевич, вы понимаете, чем я рискую? Мы все чем-то рискуем, Света. Все. Да не бойся, я страхую. Какие будут указания? Дело Павлова не закрывать, а Раевского сжать до конца. Потерпеть нужно, Светлана Адольфовна. Скоро все изменится. Везет вам, сидельцев, помоетесь по-человечески. А у меня дома горячей воды нет. А ты давай с нами, Васек. Мы тебя попарим. Попарим как родного. Отстранят разговорчики. Руку убери. Несчастный. А что это я несчастный? А сам же говорил, воды дома нет. Горяченькой-то, Васек. Стоять, лицом к стене. Когда стучаться научишься, Багров, а? До каких пор ты будешь врываться в мой кабинет без приглашения? Ну и что? Ты знал об этом? О том, что меня Веллер скинуть собирался? Знал. Конечно, знал. А мне что делать?
Степаныч, я же тебя за человека считал. Не понимаю тебя, Багров. Ты прямо говори, что ты пришел. Прямо? Угу. Подозреваю тебя в убийстве начальника оперчасти Германа Веллера. Вот. Так. Вызывали, Николай Степанович? Да, Катенька. Вот здесь Багров заявление написал. Уволиться хочет. Я подписал. Чего остолбенело? Выполняй. Извините. Терпению моему пришел конец, Багров. Надеюсь, больше не увидимся. Ты за взятки условно-досрочные оформляешь. Как ты мог, Степаныч? Все. Извините, товарищ майор, больше такого не повторится. Нога есть? Два нога есть? Где третий тапок? Нашелся. Знакомый. Далеко собрался, Ачига? Спаси меня, Херувим. Дай вмазаться. Да нельзя тебе наркотики пить, нельзя. Только-только тебя с того света откачали. Перетерпи. Скинь! Скинь, демон! И сзади! Мамочки, худо мне, помираю. Дайте уколоться.
Вот с таким инструментом мог уйти. Профи. Откуда? Кто передал? Отвечай! Голосистый ты наш. Сам сделал. Жень. Убежать от меня решил, паскуда. От майора Шверника не убежишь. Прекратите, майор, это же важный свидетель. Он мне живым нужен. Забирай. Все хорошо. Кто его так? Сам ударился. Об вашего мужа. Зря ты это затеял, экономист. Думаешь, передал Малеву через Якушева, она и дойдет? Неужели и он отстучал? Да нет. Андреич-то порядочный пукарь. Он адвокатство твои все чин-чинарем передал, а дальше? На почте ведь везде свои люди. Посмотрели адрес президенту. Сразу обосрали. Думаете, не отправили? Да, конечно, нет. Лежит твоя малява где-нибудь в управлении следаков смеши. Быть не может. Не верю. Ну-ну. Гражданин Сычев? Да. К сожалению, свидетель на больничке. Это обычная процедура опознания. Так что, если ваша совесть чиста, вам бояться нечего. Как только мой свидетель его не опознает, ваш человек сразу же освободится. Встаньте у стены. Гражданин Апальский. Петюня, что за дела? Марина Львовна, почему свидетель не в кондиции? Что случилось? Он еще жив? Жив. И не знаю, где он достал наркотики. И долго это будет продолжаться? Мы сможем провести опознание? Ты совсем ополоумел, майор, а? Ну, какое тут показание, когда у тебя свидетель в невменяемом состоянии? Когда ты сможешь провести его в чувство? Я не знаю, но я думаю, что в норму он еще не скоро придет. У него абстинентный синдром, ломка. Черт. Не торопись, Раевский, не торопись. Дай человеку поправиться. Ты же понимаешь, что показания свидетеля вне кондиции ничего не стоят. Днем раньше, днем позже ничего не изменится. Сегодня вам повезло, Сычев. Всем на коридор. Поверка. Солнышко, какая поверка? Поздно уже. И тебе домой пора.
заключенный Ильичка, отставить разговорчики. А домой я не спешу. Я вторую ставку взяла. Суки. Дурак. Он догнался. Думаю, передоз. Мы его не вытащим. А как тебе вообще такое в голову могло прийти, что я Германа? Ну-ка. Если не веришь, спроси у людей. Зафиксированное время смерти Веллера. Раннее утро. А я уехал в управление в 11 вечера. Могут подтвердить и водитель, и дежурный на выезде. И три губ, мой приятель. Мы с ним остаток ночи допивали. Да не надо, Степаныч, я верю. Ты дослушай. К началу рабочего дня я был уже в управлении. Подал рапорт об отставке. После позвонили, сказали, что Веллер того. Рапорт мне приказали забрать. Вот и все, Юра. Себе большие капиталы, да? И тебе взятка. Ошибаешься. Я ведь денег-то не просил. Люди сами несли. Я что, себе квартиру купил? И он только Лариске на лекарства дал. Лишнего не брал. Ну все, правдоруб, можешь сдавать меня с потрохами. Да не буду я тебя закладывать. Ты мои принципы знаешь. Пусть все на твоей совести останется. С нашей, Юра, зарплатой совесть моя чиста. Вот что я тебе скажу. Я ведь в самоубийство Веллера с самого начала не верил. Я, как и ты, уверен, что его убили. Марина Львовна, труповозка когда? До полуночи обещали прислать. Значит, еще сегодня на свободу вперед ногами. Все знаешь, можешь рассчитывать на мою поддержку. Мне все равно больше терять нечего. А как ты понял, что Германа убили? Ты не слепой же я.
Гейгерман мне сказал, что вышел на очень интересное дело, которое перетряхнет эту тюрьму. Угу. Подожди. Очень интересовался неким Гайдышевым. Гайдышевым? Ну, понятно. Человек-невидимка? Угу. Что? Что? Не может быть. Да, зачастили мы к вам. Прям урожай. Ё-моё! Что случилось? Становись-ка. Вот же Ногин. Давай развернем. Да ладно, Тихон, почти донесли уже. Да, ну ладно. Думаю, ему теперь все равно. Ну что, едем? Да, сейчас. Где они? Уже уехали, а что? Ничего. Ничего страшного. Документы забыли. Фух. Какой тяжелый длинный день. О, Господи, как я устал. Товарищи офицеры! Николай Степанович, прошу, нехорошо как-то без хозяина начинать. Товарищи, разрешите мне представить вам нового начальника оперативной части. Это всем вам известная Светлана Адольфовна Колесникова. Поприветствуем. Светлана Адольфовна. Думаю, мы сработаемся. Чига, ну просыпайся. Нужно сдать анализы на кровь. Слышишь, Чига?